Против государственного деньги в футболе? Нет, или за? Абсолютно нет, я за государственный день, потому что футбол – это социальное явление, это пропаганда здорового жизни, не только здорового жизни, а футбол – это, наверное, единственный остался вид спорта, где коллективный футбол, вот именно игра коллективная, жертва, где звезды жертвуют собой ради достижения результата. В хоккее уже это практически нет, в баскетболе тем более. Футбол – лучшая команда мира какая? Манчестер Сити. Звезды служат коллективу. Антипримеры дофига. Реал там был какой-то момент, потом ПСЖ. То есть, когда звезды делают упор на звезд, то они не могут ничего выиграть. А здесь топовая команда, где топовые игроки, они служат коллективу, служат достижению результата. И это транслируется всем. И это то же самое можно делать в России. Но об этом почему-то никто не говорит. Это вещи абсурдные. И для меня это очень понятно и просто, но я не понимаю, почему другие это не видят.